Иностранная рабочая сила на Кубани – необходимость. В крае развитого сельского хозяйства, земледелия и строек гастарбайтеры будут всегда. Местные жители реже соглашаются на тяжелый труд. Иностранцы, выходцы из Узбекистана и Украины, соглашаются иногда на нечеловеческие условия проживания и работы ради высокой зарплаты. Если мы сегодня всех до единого уберем, то кое-где мы проиграем. Вот сегодня у меня был руководитель сельхозпредприятия. У него сад небольшой. Сливы осыпались. Почему? Потому что некому было убирать. Людей он найти не может. Чтобы принимать иностранцев на предприятие, работодатели должны соблюдать все правила и требования трудового законодательства и предоставить нормальные и безопасные условия работы и проживания. Общежитие будет? Да, будет. Возможности свободного болтания по Анапе не будет у гастарбайтеров? Нет, не будет. То есть он готов письменно гарантировать. Мэр Анапы Сергей Сергеев в очередной раз напомнил, организовать условия для иностранных работников затратно, но безопасность оценить в денежном эквиваленте невозможно. Спокойствие анапчан и гостей курорта дороже. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.